Не, Макс, я-то за свои-то слова-то, я-то ты не беспокойся, я отвечу. Удаляй это, Викита, доплатишь на мои за 4 остальные ролика, я прям удаляю прямо сейчас при тебе. Я знаю, что у тебя там есть твои эти, кто шушеры бегают, смотрят все эти там у меня на канале там. Макс, да у меня всего 1000 подписчиков, и твои 4 миллиона с хуем. Что уж, они не смогут меня опровергнуть, что ли? Да ну это бред, да я могу даже видео потом записать специально то, что я это говорил специально. Я даже могу видос на это записать. Да ну проблем нет, да подъезжай, мне вообще насрать, мне все равно. Если ты решаешь, если ты считаешь опять для своего канала снять какой-нибудь видос со мной, там, блядь, ну у тебя не получится, это, Макс, как минимум. Мы с тобой встретиться вообще никак, вот вообще никак. Это твои проблемы. Хочешь, встречайся? Мне с тобой встречаться нечем. Я тебе все сказал. Хочешь встречаться, встречайся со мной. Я тебе говорю. Мне вообще насрать. Но у меня с тобой, это вот у меня, не у тебя там такого возвышенного, с аудиторией 4 миллиона подписчиков. А у меня, обычного простого человека, нет желания с тобой встречаться. Хочешь, встречайся. Не беспокойся. Я просто так стоять, опустив руки, не буду. Я не беспокоюсь за это. Хорошо, я просто дальше снимаю видос тогда. Все, как хочу, так и живу. Как ты сказал? Снимай, что хочешь, ну и все. Через сколько ты подъедешь? Через сколько будешь? А, да, скриншот у меня тоже в твоей переписочке есть. Ух, да, людям будет интересно, как ты делаешь свои видосы. Я со мной так не позволю поступать, Максимка. Ты уверен, что за оскорбление ты за гандон ответишь что передо мной, а, Максимка? Ты уверен? Не надо, Макс, ну правда, ну не надо. Ты же один на один же не вывезешь меня, Макс, ну тебя не хватит сил. Прекращай. А если ты снимаешь какой-то очередной контент свой, из какого-то своего, вот, Ютуба, из своего там блога или что-то, я поверю, я на эту хуйню не поведусь. Вообще никак не поведусь. Ну правда, Макс. Ну, нет, не поведусь. Ну прекращай, Максимка. Ну успокойся, Макс. Ну ладно, чё ты как? Паникер какой, а? Ну прекращай, Максимка, хватит. Максим, когда ты сейчас успокоишься, спокойно, придешь в себя, подышишь, все нормально, потом напишешь, успокоишься и поговорим с тобой. Максим, ты прав, нервные клетки не восстанавливаются, Максим, прекращай. Не, Макс, то, что мне здесь сообщение сейчас еще угрожало, ух, я снял еще на запись экрана все твои сообщения, заскриншотил на твоей голосовухе. Вот, ну, короче, сам решай. У нас на дворе не 90-е годы, у нас на дворе 21 век, век информационный. 21 век. Все можно записать, все можно снять, да? Все можно это. Так что это вот так, Макс. Да, пожалуйста. Пожалуйста, я не против, я только за. Ну, я тебе еще раз говорю. Мне нужно то, что ты мне должен, а не то, что, блядь, я с тебя требую. Если так пошел, запись шантажем, хорошо, сегодня вечером опубликую все твои сообщения, бля, мне тебе ничего не нужно, ни копейки мне от тебя не нужно. Я сегодня вечером опубликую все сообщения, ебать нахуй, и все фотографии, видео со съемок, все, аливидерчи, гудбай.